Всем привет, с вами Эдвин. Всем привет, с вами Эдгар. Мы будем играть в игру Missing Translation. Так, что вот это такое? Подожди ты, выбери сначала. Тебе еще идет. Нажми игнорировать. Нифига себе. Похоже, вот этим тоже надо играть. Важно, дома летят. О! Ну-ка, мышки прыгают. Может, вот так вот, мышкой. Этим тоже? Да, этим тоже. А, вот Е. Е это. Это я уже нажала. Так. Не может дальше. Он типа вышел или идет куда-то на работу. Я тоже так думаю. Не, я уже в портал так засунул. Сюда, еще раз. Нет, вон где надо, там надо поработать, открыть. Так, еще вот это, потом вот это. Крайний, попробуй крайний ту. Мне надо сперва начать вот это. Потом вот ту. Потом вот эту. Потом не то. О. Собрал. Типа миссия выполнена. Че, и это этого? Че произошло? А вот. Мигалочек. Так. Ну-ка зайти в него. Вот одна мигает. Есть одна. А, чтобы выйти из этого мира, надо что-то делать. Так. Вот. Ох ты, пошли туда. Наш дом, походу. А, вот, пап, смотри, куда эти штуки раскидали. Туда и надо идти. Так, что это такое? Ну, щелкай туда, на эти штуки. Вот же показывает мышка, сюда щелкай. О! Вход. Открылся. Так, еще. Есть там. А, проиграли. А, выиграли. Ох ты, тут 25 раз так надо сделать. Так. По очереди щелкай, от начиная от какой-то. Сейчас разбираться. И пощелк еще. Подожди. Ну,
Получается. Раз, два, три. Так. Вот сюда. Это игра, конечно, пипец просто. Так, ну-ка, давай мою идею сейчас. Так, сейчас мою. Просто тут сейчас... непонятно, как логика в чем. Тупо щелкаю. Сейчас по-новому. Убрал. Все, что ли? Еще. Оп. Оп. Вот нажал. А может удерживать? Так сделать. Смотри, вот разные мигают. О! На него. А смотри, пап, тут разные есть, может. Стой, пап, даже не тыкай. Сейчас. Не, на него смысл, ты не нажимай, стой. Еще раз зайди, что я сделаю. Вот куда сюда нажимал? Тогда я просто нажимал, и у тебя оно сделалось. Не, на него это просто выйти. Вот зачем? Тут где-то. Вот же. О, еще два, еще где-то так. 22 раза. Фигней страдать. Ну. Зато это такая игра. Так. Подожди, утром. Ну, то есть давай еще раз заново. Попробуем. А, это типа... Нет, ниже. Вот сюда. На него все. Вокруг дела. Подожди. А, тут надо на эти, оказывается, нажимать. Так, лезем. Так, теперь моя очередь. Соображать. Что ты соображаешь? Вот по кругу пошел будет.
Зачем? Ну, в смысле, там уже не пройти же. Кто тебе сказал? Зачем ты нажимаешь? Взял по-новому все сделал. Нет, вот так вот, как змейка. Вот. Игра называется, не знаю, тупизм. И так надо 25 раз делать. Вообще тупизм жесткий. Сейчас надо сделать 19 раз. Это просто вот так вот берешь по квадратику, берешь тупо. И все? И сколько так надо делать? Не знаю, это типа щелкай мышкой. Насколько много раз ты можешь пощелкать мышкой. Вот для чего эта игра создана. Он же вон тоже щелкает там, как будто. Да, это... Грач. Типа кто вот на работе работает такой. Угу. Называется «Покажи свои пальцы и пощелкай». Тупо какую-то работу выполняем. Понятно, короче. Да. Попай в другое место. О! Здрасте. Он спрятался. Пошли дальше. Вон дверь. Подожди, это что тут было? А, это типа религиозный дом, что ли? Тут кто такой? Это никто. Давай вот наши сюда нажмем. Может какой-нибудь этот код произойдет? Или вот, допустим, этого? Нет. Нет? О, пионер. Это тут типа института мы пришли. Сейчас опять все долго. Туда садись. О, нет, тебе наверх надо. Типа здесь уроки учат. Да, вот. Последующий, да. Так. А, смотри. А вон, наверху что-то есть. Опа. Да подожди ты. Надо... Дай мне. Понял, тут, короче, надо... И чё? Музыку слушаю. Там. Та-да-да-да-да-да. Нет. Это вот. Видишь? Сейчас, подожди. О, тихо. Нет, только на одну можешь. А это вот так. На окошко. Нет, надо музыку слушать. Давай еще раз заново. Так, подожди, сперва послушаем музыку. Да, видишь? Не-не-не. Надо реально, папа, тут слушать музыку, смотри. Вот нажимай. Раз. Нет, подожди. Они бы тогда выключили музыку, если бы. Подожди. Не, я пап, я слышу. Подожди. Окей. Ты не сможешь. Надо поправить. Подожди, нет, вот же нарисован. Все. Вот.
На три. Это выше, да? Да. Я знаю, тут по. А, подожди, смайлик надо сделать, что ли? Нет, то, что... нет, тут видишь, вот это на доске нарисовано. Нет, 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 смайла. Так, у него глаза, вот тут. А, тут соединяется. Тут вот так нарисовано. Ну тут вот так. Теперь давай я. Не мешай. Так. Давай теперь я сделаю. Давай. Нельзя так. Опять окошко. Короче, чушь собачья, короче, да. Ну что, можно же сделать. Так, давай я. Ну что ты делаешь, давай я. Вот лампочка где-то нам загорается. Нет, надо сперва, а вот это наверху кто? Папа. Пока не выполнишь, походу, задание какое-то. Так. А вот теперь музыку можно не слушать. Так, давай нажимай на них. Крестики, нолики. Как еще можно? Не знаю. Знаешь, как я думаю? Сейчас. Смотри. Так. А, это уроки учить надо. Типа две палочки, вот стульчик. Смотри, тут какие-то задания стоят. Уроки. А, что сюда сделать? Нет, вот тут вот, о чем уравнил? О, ромбик сейчас, ну. Нет, нет. А, точка должна быть. Нет. Смотри, тут, короче, надо выполнить. Сюда попробуй вообще нажать. Нет, на цифры вот эти буквы. Нет, не нажимается. Вот на эти. Нет. Так. Палочка, палочка. Палочка. Короче, играть для дебила. Для конкретных ботанов, которые будут сидеть и разбираться там. А это что за это, дедушка? А, сейчас. У них всех, видишь, какие-то значки. За. А, смотри, потом окей надо нажать. Ну-ка, давай еще раз. Нет, ну-ка, давай теперь я. Не, ну вот это же было. Нет, ну теперь я. Давай. Тут попробуем. Да при чем тут это? Да, значок. Вот. Ты идиотский значок. А смотри, вот сейчас ты сделал вот это, сделай еще раз. Да. У тебя это появляется почему-то. Нажми ОК. Это? Да. У тебя появилось. Да? Угу.
на... может, у Смайла надо этого спросить? Нет, вторая комната. А вот лестница вверх. Тут ромбик какой-то, я так понял. Ну-ка. Нет, вот лестница. Вот, вот ромбик. Выполнил, типа. Нет, потом а смотри, подожди ты, надо. Подожди ты. Заело что-то это. Вон лестница, я говорю. Вот это сейчас попробуем. Я знаешь что? Вот наверху есть же вот эти буквы. Может вот палочку. Видишь, тут как раз тоже сейчас. И много. Надо что-то из этого найти. Видишь, тут тоже 6 таких штук. Или 9. Выполняй там задание. Ну-ка. Нет, N. Попробуй. Нет, а он выполняет задание. Что нет? Вот я делал, вот он выполнил задание. Там вот такая есть. Вот он. Такую я сделал, такую. Вот такую ты не делал. Так, потом что за фигня? H минус H равняется... А, вот задание выполнить типа надо. Стульчик, точка... H, посмотри. Стульчик. Точка. H. Может такой же. Сейчас, подожди. H равняется. Равняется, как у нас делается. Ну, две палочки вообще-то. Равняется. Это фигня. Типа перевернуть похоже на F. Да, так на F похоже, если перевернуть голову. Ну и что дальше? А может к тому с этим с моего электрона подойти и нарисовать такую штуку? Потому что вот везде такая штука. Не эта штука, а вот эту надо сделать. Ну, две штуки сделаешь, потом этот, ему говоришь. Так. Смотри, раз. И говори. Не сделал. О! Видишь? Что-то дало, да? Угу. Так, чувак за столом. Это помнишь того чувака за столом? Нет? Он не там, пап. Ну-ка еще раз я помню, да. Давай. Там я наверху видел этого чувака. Который сидит за столиком. А, вот этого я чувака знаю. Иди вот, выйди сейчас. Вон он наверху. Эти нам двери не открываются, типа, да? Это выход. Короче, это дом знаний.
кто знает. Кто такой умный. Какая-то непонятная чушь была. Это китайцы, походу, сделали такую игру. Тут тоже один из 25, что-то надо замутить. О-о-о. Ты, мистер ученый, что-то должен сделать. Все делают такие. А, это заходит сюда, это на одну, а это через две. Давай так, через две. Нет, туда надо вот одну. Вообще какая-то чушь. Че за вообще игра? Что-то делать надо, просто тыкаешь. 20 раз, 25 раз будешь играть? Нет, конечно. Короче, валим отсюда. Пошли дальше. Что там еще? О, лестница. Идиотские есть. Прикольчики. Но... где кошки сидят, как будто, не знаю, они на крышах живут только. Или там вон сел и покакать хочет. Это кто это? Ковбой? Ковбой. А ты можешь с ним говорить? А, вот этот чат. Нажимаешь, там можно разговаривать. Это, делаешь руку. Типа, да. Так, и вот так. Не-не-не. Типа, привет, ну как ты там, привет. Типа того. Чуть-чуть. Вот подойди к нему и спроси у него что-нибудь вообще. Да, а он просто ходит или нет, я думаю. Ладно, ты сейчас соединяешь. Теперь уже соединяй. Вообще мы крутые. Что-то соединили, да. Вообще. Теперь идем. Так, вот это. Соединяем это 25 раз. Прикинь, в каждый раз надо. Стой. Ох, магическая штука. Кто эту игру придумал вообще? Жесть. Ну. Не умеешь, что ли, игр создавать? Не, ну для чего ее создали вообще, не пойму. Какой от этого толку прикол? Жесть просто, короче. Попробуй вот что-нибудь одну полоску сделай, напиши ему там одну полосочку. Я спрашиваю. Опа-на. Я говорю один, он говорит два. Три. А если я скажу семь? Он типа что? What's up, man? Типа... А, привет, Зима. Ну, у нас рука вот так же. А, там уроки. Не-не-не. Там не понимаешь. Да, я сделаю. А, подожди. Да-да, я ему сделаю, я знаю, что надо. Что ты делаешь, да? Привет. Хм, странно. А сделаем ему этот? Н? Тупой, короче. Не-не-не, смотри. А, подожди, типа, смайл, может. Я не знаю, как там. О! Ай, короче, пошел ты, короче. Корова то в том месте, то в том. А, в общем, тут ходить надо этот... 20 раз. Все выполнять потихонечку. А вот подожди, еще раз подойди. Знаешь, что мы сделаем? Да ничего. Ну, ковбойский, короче, место какое-то.
в бар пришли посидеть. Где там пиво продают? Так. А, ты спрашивал меня? Типа пиво, как там делается? Одно пиво. А вот, смотри, стаканчик, чтобы у нее взять, вот. Ага, давай. Так, значит, берем мы у нее. Неправильно. У тебя неправильно. Два стаканчика. А он стаканчик. Чё, ты не понимаешь, что ли? Я же сказал стаканчик, блядь. Вот, смотри, стаканчик. А, стой, дай я сделаю. Вот с другой стороны надо делать здесь. Так. Стаканчик, пожалуйста. Вот же стакан, да? Ну, кажется. Да что, вы тупые, что ли? Что-нибудь дай. Ну-ка, выйди к этому пацану и нарисуй тоже так стаканчик. Ну, вдвоем выпьем. Короче, что это такое вот за фигня? Вопрос, что ли? Давай, наверное, закончим на этой идиотской игре нотки. И еще я, подожди. Давай, попробуй. Последний раз сконтактировать с этими инопланетянами. Когда мы с марсианами встретимся, будем пытаться так с ними разговаривать. Да. Они просто скажут, что чё, пацан, нормально сказать не можете. Ну-ка, снапила. Короче, не скачивайте эту игру вообще. Тупизм какой-то. Даже не думайте, надо ее просто удалить, и все. Таких игр, вон, у нас этот, можно на работу обычно ходить и выполнять такую же работу. Ну. Так что всем пока. Всем пока, с вами был Эдвин. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Чуденько. Без буква А сделал. Смотри, что он сделал. Да он одно и то же делал, да? Все, буква. Да. Дурацкая игра.